учетом даже возрастающих внутренних потребностей региона, это 1 799 000 тонн. Из этих объемов 900 000 это потребности наших животноводческих предприятий, именно это фуражные компоненты кормов, но остальное это потребности населения, перерабатывающих предприятий, ну и, конечно, формирование семенного фонда. При этом более 1 400 000 тонн нам нужно отправить за пределы Новосибирской области, чтобы обеспечить баланс спроса и предложения. Вот это задача на ближайшие периоды, месяц направлять, ну, как минимум, не менее 100 000 тонн за пределы Новосибирской области.